И всем привет! Это новая серия по Роблоксу. Ну да, но не совсем по Роблоксу, а по Роблокс. Ну, как вы видите, по Роблокс Студио. Я бы хотела показать вам все эти режимы, то есть все эти вещи. Вот он, мой аккаунт, Final1. Сначала я бы хотела показать вам, например, Пират Айленд. Да, Пират Айленд. Это хорошая вещь. Я сейчас зайду в нее, смотрите. Что это за черное окно такое? Вот, смотрите. Вот. Надеюсь, вы все видите. Ну, управление обычное, только тут вы летаете и пролетаете объект насквозь. Можно под землей полетать. В принципе, нормально. Так. Тут можно, в принципе, двигать все. Например, захотел, подвинул. Вот это уже было не специально. Ну, хорошо. А вот сейчас, если я, например, нажму Toolbox, тогда я открою вот эту штуку, вещь. Сделаю вот так, и надо открыть. Вот. Я, например, хотела поставить елку. Вот она, елка появилась. Ставлю ее куда-нибудь сюда. Все, елка стоит. Дальше поставлю кучу солдатов и зомби. Так, нормально. Дальше выбираю эдитор. Выбираю, например, paint. И все крашу в землю. Или выбираю color. И выбираю, например, вот такой зеленый. Так. Эдитор. Вот так. Хорошо, сейчас все землей. Дальше, ну, я не знаю, наверное, субтракт. Можно вот так вот тут удалить эти вещи. Я, например, захотел туннель, сделал вот так и... странно. Почему у меня дальше не ломается? Ну ладно. Я хотя бы вот так могу сделать. Ну, чтобы ровно все было, сделали вот такую штуку. Дальше, например, выбираю Road Editor. Хотя мне сейчас не очень нужно. Смотрим. Можно приравнять вот так поверхность. Или удалить наоборот, я так не понял. Ну да, приравнять. Чтобы было ровным. Хорошо, дальше я, например, нажимаю... ну, вот там какой-то остров. Я, например, сейчас нажимаю... О, блоки. Блок. Я выберу Toolbox. Size. Теперь я все очень сильно. Но если я выберу Grow, вот, то будет вот так. Ну, а тут можно еще выбрать другой цвет. Не грусти. Выбрать... Почему-то там квадрат. Вау. Почему оно само строится? Я сейчас вообще ни на какие кнопки не кликаю. И
Видимо, я не умею. Есть какая-то гигантская, вот эта стена не разрешает мне это делать. Я строитель, мне можно. Так, ну, я выберу wood planks. Воу. Я не думал, что они все будут треугольными. Ну, квадратными. Почему тут это все время стена какая-то? Ну вот, смотрите. Чтобы сохранить, я, например, нажимаю файл. New. Вроде бы. Файл. Вот, new. О, в Fortnite теперь можно играть. Он у меня обновлялся. И тут стоит Start Creating Your Own Games. White Roblox Studio. Файл, close. А, вот надо нажать save. Выбираете, например, заводите какое-то название, таксы. Не надо, нажимаете save. Он сейвается, дальше. Вы выходите отсюда. Файл, save, save, close. Вот. Выходите, смотрите My Games. Вот. А нет, вот фан-сервер, который я делал. Я делал давно вот такую вещь. Такой режим. Поэтому он и долго загружается, потому что на нем очень много разных вещей. На нем хотя бы интересно, а не как обычно. А, игнорировать. Вот. Вот что я сделал из обычного сервера. Тут было просто вот этот, просто обычный бург. Ну вот, вы знаете, вот такой обычный, просто вот такой. Я тут поставил каких-то траков, каких-то машинок. Тут даже какие-то монстры есть, я помню, я ставил. Вот. Дракон, монстр, еще куча монстров. Ну, я не очень старался. Я вообще не старался. Но я постарался. Да, я молодец. Дальше, посмотрите, я нажимаю play, оно грузится, все. Надо подождать пару минут, чтобы у меня надо подождать секунд 10, 15, 20, чтобы... Вот, все, фан-сервер, вот он. Я могу тут добавлять разные объекты, вот он. Вот как будет выглядеть. Be finally dead. Bright blue. Что это такое? Почему тут так мало FPS? Я знаю, я добавил вот такую штуку. Пега, которая называется. Здесь все нормально. А вот в самом режиме не все. Вы слышите, какие тут хорошие звуки? Который я добавил. Но зато здесь можно играть в битву. Выбираю, например. Эта штука реально она стреляет. Вау, она стрельнула. Почему так лагает? Ну ладно, они все не работают. Вот это должно работать. Вот, она хотя бы что-то взрывает. Смотрите, а потом, если вам, например, скучно стало, берете, делаете вот так. Выстреливаете из этой пушки, например. Ну, не совсем пушки.
Ну да, хорошая пушка. Теперь надо, ой, резетнуться, резет. Фу. Я понял. Стоп, стоп, лучше стоп. Я понял одно. Сейчас я... Что это? Неважно. Все это из-за вот этих драконов. Я это понял. Из-за всех остальных монстров. Короче, вы драконы и монстры. Вот видите, сразу стало... Серверу стало намного легче. Давайте втроем уходить туда. Что это за око? Зачем я его сюда поставила? А, ну все равно. Пусть будет. Вроде бы тут больше никаких гигантских... А, нет, вот он, дракон еще. Еще одно око. Я же очень хороший строитель. На Е тут поднимаюсь. Зачем я сделал тут так много драконов? Вот, сразу, мне кажется, стало больше FPS. Но этого я не собираюсь. Но я не хочу смотреть. Сколько FPS стало, будет неинтересно. Стоп, а что это такое? Что? Ну да, паркур. Небольшой такой. Маленький. Так, дальше смотрите. Тогда я теперь попробую нажать. Так, что это такое? Что это такое? Надо это закрыть. Фан-сервер. Evil see your game. Нет, ну вы издеваетесь? Почему до сих пор так мало FPS? Может быть, из-за тех мелких монстров. Смотрите, я беру RPG-7. Уже 3 вайпауца. Тут все отлично работает. А почему так мало FPS? Почему я задом иду? Ай, почему так лагает? Видимо, я этого уже никогда не узнаю. Очень сильно лагает. Ну тогда смотрите. У меня так мало FPS, потому что тут очень много объектов. Вас я хочу. Тут же кьют. Да, вас втроем. Да, вот у вас втроих. Инсерт. Ну, я не знаю. Наверное, да, я их вырезал. И вон тех двоих тоже кьют. И вообще весь мир кьют. Пошутил, конечно. Весь мир надо копировать. Нравится моя идея? Тут и так мало... Нет! Не-не-не-не-не-не-не! Не ломайся!
Все ушло, а звуки остались. Окей, тулбокс. Все равно лагает как-то сильно. Беру тулбокс. Беру, например, мне нужно бега. Мне нужна вот такая пега. Yes. Мне нужна пега. Дальше мне нужна, например, базука. Ну, попробую. Йолу базука. Yes. Базука морф. My guns. Yes. 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 Фух. Видимо, там было несколько. Базука. Бокс. Да, это бокс с базукой. Дальше мне надо, например, дестрой. Дестрой. Мне вываливается куча всего. Я выберу как раз-таки только вот это. Так. Почему у меня... Я думала, оно будет как-то по-другому чуть-чуть выглядеть. Оу. Дрострой. Хеликоптер. Сломанный вертолет. И destroyed house. Теперь это три домика. Их всех троих я поставлю туда. Дальше. Я бы... Вот это неплохое. Стоп, что? Тут все заколочено как-то. Тут все как-то не очень. Стенка у них тут сломана. Интересно, когда тут ремонт делали? Ну и, конечно же... Ну, этот стол можно будет поправить. Хотя зачем? Вот, сейчас будет очень большая вещь. Будет меньше FPS в несколько раз. Все. Почему все деревья вниз смотрят? Почему тут все уже сломано? Я хотел, чтобы все ломали, а не все уже было сломано. Это так не очень интересно. Давайте так. И теперь попробую play. Надеюсь, все получится нормально. Fun server, be fun, lady. The maker of this map thanks Dragon, for his guides. Dark Dragon 3, 4, 5, 6. Кто это такой вообще? О, Light Tower. Вот как много тут вещей. Снайпер рифл, машинган, базука. Fire Arrow. Так. А почему тут так много пег добавилось? Почему тут эти эпоки? А, потому что я их не удалила. Вот я так и знал! Вот никогда это не срабатывает. Зайду лучше в свой инвентарь и вместо... Возьму, например, базуку и перетащу сюда. Ну, видимо, он взялся. Видимо, базука взялась, но не сказала.
Я, кажется, все понял. Кажется, ничего не работает. Минус три коса. Три вейпаута и минус три коса. Может быть, хотя бы yellow базука будет работать. То я себе как бы уже руку отрезал. Yellow базука вообще не стреляет. Хотя бы пега будет работать. Пега, я думаю, будет работать. Так. Unlock controls. Ну куда ты направилась, базука? Стоп, где она? Ну ладно, мне уже все равно. Я же нашел пэд. Давайте я его возьму. Возьму его вместо этой странной базуки. Нет, ну почему? Да почему оно надо мной-то спавнится? Так не должно быть. Все, лучше я не буду брать эту штуку больше в руку. Только не говорите, что эта штука не удаляется. Хорошо, начинаем выпрыгивать. Наконец-то я вылез. Вот она, пега. Так, вот это мой персонаж уже не может поднять. Ты хотя бы вот этот ты сможешь поднять? Нет, штука это не поднимает. Бегай NPC плеер. Ну, кажется, я понял. Тут, кажется, вообще ничего не работает. У меня руки нет. Ну, ладно. Так и должно быть. Да! Кажется, сейчас. Воу! Ничего себе, ракета. Почему эта штука так рванула? Все разлетелось. Что будет, если здесь ее... Ура! И все взорвалось. Ну хорошо, на этом я буду заканчивать все. Кому понравилось, может поставить лайк или подписаться. А, давай прыгай, 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 давай беги, 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 прыгай, прыгай. Ну, а я не паркурщик. Кому понравилось, может поставить лайк. Всем удачи и всем пока. Стоп, а что это такое? А, ладно, неважно. До свидания и пока!